Привет. Когда перегорает дома лампочка, что мы делаем? Правильно, идем покупать новую. Но что же делать со старой? Попытаться ее отремонтировать. Сегодня буду разбирать светодиодную лампу, выявлять неисправность, покажу, как выпаивать светодиоды, а также покажу доработку, чтобы она подольше еще послужила. Если ваша светодиодная лампа начала моргать или не включаться, чаще всего неисправностью является сгоревший светодиод, либо группа светодиодов. Лампы в моем варианте похожи на люминесцентные, но по факту являются светодиодными. Обычные лампочки, которые используются в быту, работают по тому же принципу. Сегодня разберу такой вариант ламп и покажу, как ее можно восстановить. Производители светодиодных ламп чаще всего внутренности сажают на герметик. Герметик при высоких температурах не теряет своих свойств. Но для вскрытия данной лампы нам необходимо ее все равно нагреть, для того, чтобы пластик стал мягким. Я использую фен от паяльной станции, но можно также использовать и строительный фен. Температура приблизительно 200 градусов. Далее, когда пластик уже разогрелся, необходимо взять тонкую плоскую отвертку и вставить ее между пластиковой крышкой и стеклянной колбой лампы. Так как пластик мягкий, мы отрываем его от стекла. Такие манипуляции необходимо выполнить по всему периметру крышки. После этого крышка должна легко отделиться от колбы лампы. Те же действия необходимо выполнить и с другой стороной лампы. Данная сторона лампы является питающей, так как на ней имеются надписи. Часто бывает, что производитель пишет L и N, что соответствует фаза 0. С этой стороной лампы нужно быть осторожнее, так как внутри стоит маленький источник питания. Далее необходимо вытащить источник питания из крышки. Как я уже сказал, производители светодиодных ламп приклеивают на герметик практически все в светодиодной лампе. И сама светодиодная лента не исключение. Теперь нужно отклеить светодиодную ленту от самой колбы. А в этом мне поможет все та же отвертка и металлическая линейка на 50 сантиметров. Готово. Лента отклеена от колбы лампы. Далее необходимо проверить визуально, нет ли каких-нибудь пригораний, подгаров. На данной ленте визуально все кажется целым. Но бывают и совсем печальные ситуации. Такая ситуация чаще всего происходит из-за перегрева. Сама лента вроде бы толстая, на толстой подложке, но этого охлаждения недостаточно. Далее необходимо проверить все светодиоды, находящиеся на ленте. Для этого на лабораторном источнике питания я выставляю 2-2,5 вольта. И начинаю проверять. Здесь светодиоды стоят попарно, поэтому подключаясь к одному светодиоду, загорается и второй. Соответственно, проверить будет необходимо только половину светодиодов.
Кажется, я нашел неисправные светодиоды. Действительно, так и есть. Эти два светодиода отмечу маркером. И продолжу проверку дальше. На всей линейке оказалось только два неисправных светодиода. Далее необходимо выпаять эти два светодиода. Для того, чтобы их отпаять, я буду использовать обыкновенную электрическую плитку. Нагрев спирали должен быть не сильным. Я выставляю второе положение из пяти. Пока плитка греется, можно нанести жидкий флюс. Флюс здесь необходимо использовать только жидкий. Когда плитка нагрелась, необходимо положить ленту на плитку. Очень важно не передержать и не перегреть. Как только припой расплавится, необходимо сбить ненужные нам светодиоды. Как только сбили ненужные нам светодиоды, ленту нужно будет убрать с нагрева. Так как светодиода всего два сгорело, я вместо них поставлю перемычку. Можно таким же способом, с помощью плитки, припаять светодиоды на место, предварительно выпаяв их с донора. Далее смываем флюс. И так как у нас не хватает пары светодиодов, необходимо доработать источник питания, а именно ограничить выходной ток. Для этого низкоомный резистор, который находится рядом с шим, необходимо выпаять, а за место него поставить сопротивление чуть больше. В моем случае сопротивление было 2,55 Ома, я буду устанавливать сопротивление на 3 Ома. Все, остается проверить выполненную работу. Ленту можно использовать уже без колбы, по желанию. Можно использовать в качестве подсветки. Ну и желательно закрепить ее на чем-то металлическом, чтобы отвод тепла был интенсивнее.